Всем огромнейший привет из Магнитогорска и добро пожаловать в мой... Что, друзья, звонит мне, значит, курьер и говорит, что-то я не могу дозвониться Наталье, вашей маме. Ей пришла посылочка от компании Тенде. Давайте я вам ее занесу. Я говорю, хорошо, давайте. Сейчас мы с вами заглянем, что в заказе у мамы. Что она тут заказала такого интересного. Все ссылки на компанию Тенде оставляю в инфобоксе под видео, по которой вы сможете заглянуть, зарегистрироваться, заказать для себя по выгодным ценам все, что вам понравится. Более 30 программ по здоровью, много всего интересного, накладная лежит и вот что тут в заказе. Сейчас все будем смотреть. Очень много продуктов интересных по уходу за лицом, за волосами, за телом. Мама тут продукты для здоровья. Что у нее в заказе? Значит, две упаковочки биологически активной добавки. Это у нас пиалянь для того, чтобы вы были красивы, здоровы, волосы были в отличном состоянии. Здесь вот такое вот классное содержание всех компонентов. Самое главное, что написано, процент от рекомендованного уровня потребления не менее стольки-то, вот столько-то содержания. А здесь у нас как раз-таки для волос то, что нужно для того, чтобы вы были красивы. Если у вас сейчас активно начали сыпаться волосы, то нужно пить биологически активную добавку пиалянь. Это та биологически активная добавка, которую можно пить на постоянной основе. По одной капсуле в день, значит, такой баночки хватает на месяц применения. Скидка в компании Тенде 35%. Также существуют и акции, и выгодные предложения, подарки. Так, здесь у нас кальцимарин. Это у нас кальций, витамин С, витамин В6, витамин D3. Такое вот содержание в трех таблетках, в пяти таблетках. Кальций пьем вечером, усваивается кальций вечером. Дальше у нас, значит, глутатион, такая аминокислота, которая нужна не только когда вы простыли, здесь легкие, да, нарисованы. Это биологически активная добавка с содержанием глутатиона, витамина А, витамина В6, цирка и куркумина. В организме не вырабатывается, ее нужно извне потреблять и, в общем-то, для того, чтобы вы были здоровы. Следующее. Вижу, что две биологически активные добавки. Вот, кстати, здесь есть такое прям описание. Вот, давайте посмотрим. Вообще, для чего нужен глутатион? Способствует поддержанию защитной функции организма в период простудно-вирусных заболеваний. Так, В6, ретинолацетат, витамин А, цинк, источник куркумина. Угу. Вот. Также Герапролайн выглядит вот так. Две биологически активные добавки Герапролайн с отличным содержанием магния, кверцетина, липоевой кислоты, витамина К2, флавоноидов. И это у нас антиоксидантный комплекс с витамином К2, способствует профилактике преждевременных возрастных изменений в организме, поддержанию эластичности артерий и сосудов, сердечно-сосудистая деятельность, понимаете, да? Это нужно всем. Сердечно-сосудистая деятельность, плюс еще и глаза, и все-все-все, сосуды, вены, капилляры, все взаимосвязано. И две коробочки биологически активные добавки, это масло амаранта, холоджем, холоджем, аспален. То есть там уже в блистерах содержатся эти сами капсулы. Их там сколько, 60 что ли штук, если я не ошибаюсь. Так, это на экспорт упаковка, поэтому все на иностранном языке. Но артикулы, коды, все указано. То есть это необходимо организму. Очень. Ну что, вот. Так. Смотрите, какой заказик.
продукты эффективные, действенные, результативные. Чтобы быть в активе, поддерживать свое здоровье, красоту. Вот такие вот на этот раз у мамы заказаны в заказе продукты. Все, что она, в общем-то, заказала. Все очень нужное, нужное. Кстати, здесь накладной. Очень-очень круто, что написано. Серия. Значит, какая дата ее, артикул продукта и количество. Сколько штук в заказе. Вот. Такие вот средства у нее в заказике. Вместе с вами подглянули, посмотрели. Я, как я вам и обещала, немного просветительской деятельности. Вот, помните, я вам показывала, что в лабиринте заказала «Королевскую кровь». Это, значит, здесь две книги в одной. Я ее прочитала всю. Автор Ирина Котова. И по предзаказу я заказала еще в марте. И вот у меня получается третья и четвертая часть. Есть в разных изданиях. У меня это такой более бюджетный вариант. И здесь, в общем-то, газетная бумага. И, соответственно, такая более приемлемая цена. Вот такие два. У меня уже двутомника. Есть. В общем, буду ждать, как только что-то будет еще выпущено, по предзаказу закажу больше. Да, это я прочитала полностью, прошел вот перерыв времени, и вот вышел этот, я заказала. Ну, да, немножечко тут помято, ну что сделать. Ну, в общем, дальше. Как я вам и обещала, я читаю от Робин Хоп книги. Если вот это у нас такая женская тематика, я бы так больше сказала, хотя кто... блогеры по книгам, они это тоже читают, потому что это просто, мне кажется, миллионами тиражами продается. И мужчины тоже читают. Ну, не знаю, в общем, это больше, наверное, я бы отнесла к женской тематике. Больше женщинам, девчонкам такое понравится, да. Вот там, ну, 16+, вот так скажем, да. То вот эти вот книги Робин Хоп, здесь их очень много. И у меня получается, что здесь... Не знаю, книги, все ли это они или нет. У меня потому что получается, вот, наверное, «Сага видящих». Первая, вторая книга. И вот продолжение «Сага видящих». Я еще, видите, ее даже не открывала. Она у меня еще запечатанная. Вот эти книги, видите, как приходят запечатанные. Там издательство «Эксмо», здесь издательство «Азбурга», Санкт-Петербург. То я бы сказала, что вот эти книги, это примерно что-то, ну, интересное, как и все, со своим направленностью, тематикой, понятно, это всемирно известный бестселлер. Ну, вот как «Гарри Поттер», то есть там читают и девчонки, мальчишки, и взрослые, и там женщины, мужчины, кому нравится, да. То вот это вот я бы вам посоветовала, да. Здесь получается несколько книг много, вот так вот вы можете посмотреть. Они вот как вот распределены. И, не знаю, это 13 или сколько книжек, я могу ошибаться. Но вот у меня только вот две. У меня только две. Вот. И, в общем-то, здесь вот в этой книге, я когда читаю, ведь обложку одеваю, здесь также была вот эта вот. Здесь у меня, видите, страница третья книга, да? Переведено на 20 языков. Ну и, в общем-то, вот. Пока читаю ее... Ну, вот тут я. Вот тут я. Шрифт очень мелкий, интересно. На 258 странице. Ну, в общем, здесь кто старается, то вышивает, то читает. Ну, в общем, когда какое есть. Так что у меня... Я вот теперь думаю, как, что же мне делать? Что же мне делать-то, как вообще? Вот эти... Если эти книги, в принципе, там практически все уже можно купить, то здесь только у меня вот... Ну, в общем, как есть. Конечно, бы хотелось одну прочитал... вторую, там дальше начал, третью, четвертую, ну, в общем, как есть. Книги заказываю я на лабиринте. Ну, в общем, вот такие мои последние, в общем-то, эти, так скажем, чтиво, мои чтиво, что я читаю. Вот такие вот книги. Поэтому, если кому интересно, что читаю, вот конкретно, что читаю, и вам показываю. Что приобретаю, то и читаю, то и вам и показываю. Поэтому советую, в принципе, и то, и другое мне нравится, разного плана.
абсолютно, но интересно и то, и другое мне. Я думаю, что у нас будут книги, наверное, вот таких вот оттенков, что-то, какие-то зеленые, какие-то красные, какие-то синие, какие-то еще что-то. Думаю, будет очень круто. Так, ну что, друзья, сегодня я снова на процедуре LPG. Сиреневый костюм сегодня у меня, значит, вот такой вот какой-то другой, шапочка, резинка и сам аппарат. Вот. Не знаю, что на этом делают. А, миостимуляцию, похоже, да? Вот эти штуки пристегивают. Не знаю. Что вы этот день провели вместе со мной. Я обнимаю вас очень крепко, целую, говорю вам всем пока-пока, до новых встреч на моем канале.